Эксперты из 14 регионов России представили сегодня проекты агломераций. Напомню, в Новосибирской области реализуют пилот территории опережающего развития. Сегодня рассказали о дорожной карте. Это значит о планах, что сделать в первую очередь, а что потом. Необходимы поправки в российские законы, которые позволят повысить эффективность сотрудничества между районами, входящими в агломерацию. В нашем регионе делают упор на развитие уже имеющихся промышленных мощностей. Например, в Искитиме создадут строительный кластер полного цикла от добычи материалов до производства готовых домов. Одна из главных задач на ближайшее время – разработать транспортную схему агломерации от Машковского района до Ордынского. Конкурс среди проектировщиков пройдет в начале лета.